пошли? Нет. Чего? Не хочу. Так, погода поменялась. Никогда такого я больше не повторю. Сегодня утром мы приехали из Киева в Ивано-Франковск, чтобы пересесть на автобус и доехать до поселка Верховины, а оттуда уже до села Дземброни, Ивано-Франковская область. Зайдя с пикапа, мы надели наши рюкзаки и отправились в село Дземброни вдоль реки Черный Черемуш. Впереди должен быть блокпост. Так, мы в пути на смотрыч на Дземброне. Прошли блокпост уже. Сейчас надо где-то перекусить, потому что уже 2-3 часа дня, еще ничего не ели. Ну да. Mm-hmm.
Так, прошли мы главный блокпост. Думал, что будет, конечно, строже. Записали нас, зарегистрировали. Кто откуда, куда, что почем. Что, сейчас сели немного, перекусили, сложили уже трекинговые палки. И отправляемся, уже находимся под селом Дземброня. И сейчас будем заходить, смотреть, куда нам дальше. Будет небольшой сейчас подъем. Ну, я думаю, идти уже столько, уже где-то 3-4 часа. И будем уже планироваться на ночлег. Так что сейчас будем смотреть, куда нам дальше. Было бы, конечно, возле ручья хорошо заночевать, но... А там посмотрим. Надо сегодня вообще максимально дальше зайти. Прям до подножия горы, наверное. Вроде наша гора. Но оставим ее на завтра. Думаю, последняя стоянка будет. Дальше начинается усадьба смотрящая. Сейчас пополним запасы воды и будем идти дальше. Я просто не знаю, идет ли дальше этот ручей, речка. И, ну да, но хотя лучше запасы пополнить, потому что мало ли что там дальше будет. Сейчас поднажмем последний часок. Надо найти место под палатку. Ну, я думаю, остановимся где-то перед Дземброньскими водоспадами. Там, где водопады будут. Ледяная. Начинаются уже усадьбы. Зашли. Теперь нам надо это все пройти и зайти в лес. А там уже где-то возле ручья, если повезет, водопада какого-то небольшого, встать на ночлег. Ну да, прямо налево. И вон туда же. Сыр продают.
Вечером мы дошли до последних уже домов на улице. В конце улицы стоял небольшой магазинчик. Мы решили туда зайти и взяли домашний сыр, брынзу и местные напитки. Стеснула дорога. Там пощастило, там є магазинчик. Ось там, ось там, ось там. Такая уже дорога началась. Дорога пошла в гору. Активно. Главное, что зашли в магазин, купили наливки. А все остальное. Купили 0,5 афенивки по-гуцульски черница. Вот. Налили нам 0,5 из 3-литровой банки. И взяли свежий брынзы стаканчик на разрез. И маленький сачок. Фух. Побыстрее бы дойти. Первый подъем на гору самый тяжелый, да? Главное сегодня успеть максимально высоко, насколько сегодня можем подняться, чтобы утро у нас не началось там с такого, с таких подъемов. Будем надеяться, да? Да. Так, мы в Карпатах. В этот раз у нас необычное путешествие. Идем на 5 ночей и 6 дней по горному хребту Черногор. Первая вершина у нас Пип-Іван Черногор. Их есть два, Мармаровский, но тоже граница Украины. Туда запрещено сейчас ходить. По-моему, с 27 мая и до конца военного положения. Потому что было много беженцев, людей, которые бежали с Украины, пересекали границу через горы. Ну и решили полностью закрыть хребет до конца военного стану. Как-то так. А на этот хребет пока можно ходить. Хотя говорят, этот хребет самый красивый из всех хребтов. Ну, не знаю, мне он тоже нравится. Хотя на Пип-Іване мы еще не были. Так что первая гора у нас будет Пип-Іван Черногорский. И сейчас идем под ножи, жару доберемся, сейчас как можно дальше зайти. И будем останавливаться. А на вершинах, кстати, снег. Немножечко так, немножечко снежка. Вон, туристичный притулок. 1,2 километра. Чуть-чуть. Знаю я ваши зорки, еще чуть-чуть. Ну, куда-то выходим. Вон, Пип-Іван гора. Открылась. Ну, там уже притулок. Где-то слева и справа должны быть ручьи. Где-то внизу должны быть. Надо искать. Так, по сути, где-то внизу уже слышен звук ручья. Так что мы пришли уже. Уже доходим. Вон. Где-то там. Посмотрим внизу, где можно поставить палатку. И наконец-таки покупаться. Потому что уже все. Болят ноги, спина. Уже надо останавливаться. Потому что тем более уже 7 часов вечера.
Места для палатки у самого ручья не оказалось, пришлось поставить чуть выше ручья. Все равно ручей был уже найден, так как уже садилось в горах солнце. Находили сегодня, да? Слышь, что ты мне сказал, я бы взял спираль. Зачем она нужна? У нас чуть мошка оттяна была. Забей, не вообще не надо. Покусай. Знаешь, как в некоторых странах, вон, когда мы с тобой смотрели, да, как мир наизнанку, вообще на них не обращают внимания. Да, Эквадор, индейцы. Их рзут, мошкары стука на спине. Они вообще не обращают внимания на мошкару. Да. Сань. Раз, два, три, четыре. Все. Самый маленький. Блин, палатка. Да, что такая с кружечками. Все, готов. Так, все, расставили палатку, идем за водой. Но без рюкзаков полегче идти. Гораздо легче. Сейчас наберем воды, верма мешок, обмоемся. Может, еще нагреем немного кастрюльку, если кому-то холодная будет. Сейчас дотащим водички, потому что обмыться надо после тяжелого дня. Что спина болит и вообще чувствую себя привести. Я пока что вообще нырнул куда-то. Так, смотри, делаешь. Угу. На воды много. Да. Так, там за дно. Люди подкорили гору. Успели. Ну так на веселее идут, да? Ну так с горы идут, не на гору, чтоб не на веселее. Ботинки уже сегодня никакие. Первый день похода. Уже грязные, в пыли все. Влад, как водичка? Теплая? Скажи. Владик, давай швидше. Оля. Оля, як вода. Что ты кажешь, Ольг? Что, водичка хорошая? Что-что? Нормально. Кто? Конечно, ты что, помыла, сразу намок стал. Так, что, будем готовить сегодня рис, я думаю.
вечером. Так, набрали кашу, блиматов. Так, только где у нас рис? А, вот он рис нашел. Короче, тут еды нормально. Так, и печень трески. Сегодня является нашим спонсором. Печень трески. Так, а это все будет на завтра. Ждать своего часа. Так, водичка наша вскипела уже. Родниковая немного прокопятили все равно. Не считая того, что целый день не пили. Но это так, не отходя. Так, кидаем наш рис. Думаю, два пакетика нам хватит на троих. И все, и пусть он варится себе. Сбавим только обороты, давление. И все. Настал тут долгожданный час, когда можно выпить. Не знаю, небо поменялось. Посмотрим. Если будет снег, то будет копать. Да, снега не будет. Хотя он уже тут рядом, на горе лежит снег. Я думал, она бруском, а у нее, оказывается, она в ведре. Под майонез, знаешь, который был? Вот она сегодня приготовила. Так, пошел дождь небольшой. Погода непредсказуемая вообще. Колоссально. Конечно, дождя я сегодня не ждал. Ты тоже? Это вообще непредсказуемая погода. Так, что у нас тут рис? Рис уже готов. Так что давайте тарелки. Там бури. Так, быстрее. Дождь, 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 дождь. На. Оля, иди сюда, блин. Нож принес, быстро. А ты иди, кипяток. Так, все? Ничего не забыли? Отходи. Закрывай! Закрывай телефон! Вот это первый день, блин. А мы мылись, блин. Надо было просто выйти голыми, да и все на улице. Бля, какой дождь. И водичка теплее. Вот и дождь прошел. А вы говорите. Дождя как и не было. Это туча налетела просто. И нас застала врасплох в этот вечер. Рис уже готов. Риса тут вдоволь. Чтоб кашу съел полностью. Не сказал, я не хочу, ты понял? Ты думай немножко, что силы надо набирать. Спонсор нашего дня — печень трески. Изготовители, найдите меня. Так, ну что, приятного аппетита. Печень трески, рис, брынза, огурчик и хлебчик. И дождь. Так, короче, у нас на часах 22:50. Покушали. Поиграли в картишки. Вставай.
будем ложиться спать. Дождь прошел. Что нам завтрашний день готовит, это вообще никто ничего не знает, потому что погода в горах очень сильно меняется. Так что как-то так. Так что будем ложиться. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, завтра Паша встает рано. Я думаю, кстати, нам завтра нужен термос, потому что после пипи Ивана будет Бербенеску, а там снега, озеро будет в снегу. И нам нужен горячий термос. Но думаю, все будет нормально. Бистро! Водичка какая, бодри, бодри, я бы сказал. Не закрывай. Бодрящая. Встали, у нас 6 часов утра. Планировал встать в 5, но не получилось немножечко. Что-то не срослось. Сейчас умылись немного. Идем, иду к ручейку за водой. Наберем сейчас воды, сделаем кофе. Выпьем кофейку. Спать довольно-таки тепло. Тем более я вообще ничего не надевал, был только в одном термобеле искал. Ой, боже, сколько сейчас собирать все вещи. Это же, тут на сборы, наверное, идет целый час. Капец, все размокло, все в воде. Я говорю, тут столько росы, что вообще просто. Набрать аккуратно. Ты за водой? Угу. Земля вообще мокрая, да? Да. Промочилась. Что-то там посухишему. Угу. Я скажу, что утренний пробег к водопою за водичкой очень бодрит с утреца так. Набрал? Чтобы разбить лагерь и собрать лагерь, в среднем у нас уходит час-полтора. Так оно у нас и вышло. Через час мы отправились в путь. У нас 8:30 утра. Мы отправились.
начинаем свой маршрут у подножия Пепиона. Поднялись до Смотрича, притулок Смотрич. Сейчас выкинем мусор, скинем балласт лишний. Будем начинать подниматься. Ты что, красота неописуемая. Туман стелется, как море какое-то. И клубами дыма поднимается вверх. Ты что, красота. Так что сегодня будем наблюдать снег. У нас уже конец мая, а в горах на высотниках еще лежит снег. Так что думаю, сегодня будет весело. Вон там, кстати, это Колыба. Я думаю, перед Колыбой надо пойти вправо в лес и попасть на эти Дембронские водопады. И там уже наберем воды, думаю, и будем подниматься на гору. Думаю, там уже воды не будет. Где-то аж на спуске горы. Где-то там должно быть. Дошли до Колыбы. Сколько? До водоспада 2 км, Вухтовий камінь 4 км. Вухатий. А, ти, правильно. Вухатий. І Пепіван 8. 8? Ну, це 3 часа десь подійомо. З остановками. Село Зембрання? Угу. 7. Не знаю. Що, пойдемо в Колыбу посмотрим? А, вона закрита? Вона закрита. Ось щось страшне. Чого? Вінники такі. Вау. Ось, диви. Тут люди були 28.12.2022. О, все, ще не дійшли. Тяжела ніч, можна переночувати. Так, глянь, тут труба, буржуйчка. Бочка. А. Где? Там. Синяк и хомяк. Дровишки есть. Ты что вообще? Кровать. Можна було під переночувати. Угу. Вообще по красоті. Ось десь. Пам'ятаєш, як пішли синяки хуляки? Що? Пам'ятаєш цю фігушку? Тут ще должен бути цей висіть. А. Глаза, у нього ще десь сіть. Тільки витяжки нету. Все. Під котілок. Кто-то поехал. Ну-ка, достаю. Вон село Дзембронь, откуда мы пришли, 2,8. Смотрич 3 километра, Пепиван Черногорский 7 километров. 4 години, 4 часа идти. Подъем.
Вон, по-моему, открывается вид на этот ухатый камень. Ушастый камень. Вон беседка какая-то. Костер посередине, видишь? Ух ты! Оля, тебе шапка не нужна? Глянь, какая моднявая. Да, камни. Все камни. Участки камни. Так, короче, Влад не будет, похоже. Да будет. Леша, он тоже. Так, все, входим в лес. Ух ты, ё-моё. Это наша впереди дорога. Да. Пройдемся немного по камням. Где-то под камнями ручьи бегут под землей. Так, идем уже где-то полчаса по лесу. Уже слышен звук водопада. Наверное, мы доходим уже. Потому что уже слышно так нормально. Сначала думал-то вообще деревья просто на ветру. Оказывается, нет. Потому что звук, он не пропадает. Я чувствую, что они уже близко. Ну, знаю точно одно, что вчера бы мы точно не добрались сюда. Не успели. Или уже весь наш день, это там горы. Ну да. Так что сейчас уже будем скоро у водопадов. Вон звук. Где-то там внизу. А течение нормальное такое. Хорошее. Идешь и так в лесу. Никого нету, тишина. И водопады. Везде безлюдно. Почти. Только на каких-то полунинах, на долинах. А в лесу вообще никого. Идеальная тишина. Водопады уже слышно рядом-рядом. Вон уже и ручей появился внизу. Уже приближаемся. Вот такие сложности в Карпатах. Что говоришь? Это же такой серьезный, я сюда никого не бачила. Так, мы добрались. Вас приветствуют Дземброньские водопады. Красота водопадов всегда привлекает. Поэтому мы и решили свернуть, чтобы полюбоваться Дземброньскими водопадами. Как их еще в народе называют, смотрицкими.
Поток высокогорного ручья образует серию прекрасных каскадов, суммарная высота которых достигает 100 метров. Если измерять каждый каскад отдельно, то самый внушительный сбрасывает воду с высоты в 10 метров. Вода в этом ручье очень ледяная. Доходимо до Цимбронських водоспадів. Камушки всю дорогу. Так, подошли мы почти вплотную к водопадам. Так что, пожалуйста, будьте осторожны. Ледяная. Сейчас набираем воду и поднимаемся на вершину, потому что вершина уже начинается, даже он крокусы уже немножко начали под травой сходить. На вершине так, наверное, и вообще много. Все, ты справилась? Да. Нормально? Не вою. Что такое? Ветерик. Так, все, прощаемся с водопадом. Продолжаем наш маршрут на гору Пепелан. Стремноватенько было переходить, я скажу. Особенно с рюкзаком по кустам. Ну ничего, все нормально. Вон уже начинаются камни. Где-то там ушастый камень. Наверху.
это то место, куда я иду, чтобы найти себя и потерять себя одновременно. Под такими валунами стрёмно ходить, да? Ты шо? Дышишь? Это то место, куда идешь, чтобы восстановить свою душу. Вот этот ухватый камень. Походу. Хотите пройти? Там человек 5. Есть? Есть. Сколько радости. На. Только конфеты на. Ешь, да? На. Или кажется, что я с тобой не люблю. Угу. Спасибо. Короче, дальше по маршруту снег. Идем в обход. Вылезла? Видно уже обсерваторию. Фух, надо, наверное, немного остановиться, перекусить. И воды хотя бы попили. Фух, и что ты? Почти зашли на хребет. Уже впереди хребет виднеется. Ну. Как ты активно стала идти, когда за обед заговорили, да? Да. Угу. Да. Да. Наша обсерватория. Это есть обсерватория. Что, там видно кого-то? Да, там обсерватория людей побачила, дорогие. Да, много. Так что супчик сделаем, да? Угу. Немного дадим жидкости горячей.
Так, ну что, собираемся. Следующая цель. Гора Пипиван. Ого! Я ж тут не пройду. Решили пойти коротким маршрутом через снег. Вон те уже вверху туристы. Трое. Чё все туда идут? Чё они не идут сюда? Может тут жопа? Дальше там снег. Сейчас по снегу придется идти. Сейчас все будет. Так, смотри аккуратней по снегу. Под снегом ручьи. Все, мы добрались до снега. Колено, да, снега где-то? Mm-hmm. Ох, сейчас отходят глаза, как, а? После снега, жесть. Как будто бабочки. Фу, да, ты шо? Прошелся по снегу 5 минут и все. Кустики залазили, а он не должен. Вот, главное, да, наша дорога? Да, я пошел на Давай, потихоньку и уверенно. Да парень решил передохнуть, чё ты, блин? Что ты говоришь? Ну, дорогой дневник. Не знаю, с чего начать вообще. Или же начать с того, как нас вообще могло сюда занести в жизни. Или о том, как мы покоряем самый высокий хребет Черногор. Или о том, что у нас кончаются запасы воды. Не знаю, с чего начать. Или то, что здесь снег, а уже скоро начало лето. Пипиван 2,7 километра. Ну, о, час там. А там червоні флажки. Час ходьбы у нас будет 2. Седловина. Высота 1763 метра. Какое седло? Это сейчас мы тут? Да. Угу. Вон, Гаверла, 17 километров, 8 часов пути. Это, походу, там где-то лавина. Ну, я думаю, сегодня лучше не рисковать, да? Да. Путешествие просто бомбическое. Не считая того, что нам 6 дней идти по горам,
И не считая того, что я об этом говорю уже во второй день нашего пути. На Черногорском хребте. Наконец-то вышли на наш хребет. Ну, что-то место для ночлега. Кто-то спал со мной. Находимся у самой почти вершины Пипивана Черногорского. Все хорошо, только одно но. Вот эта дорога дальше заканчивается. И не видно ее продолжения. Где дальше дорога? Где она? Анимаю. Что, камни попали? Да. Наш уже этот разведчик пошел вперед. Если бы это был обратный маршрут, у кого мешки для снега? Его затягивает гарно. А вон кто-то съезжал уже. Видишь? А, сейчас будет самое тяжелое, чтобы подняться по снегу. Да, так мне охота ледоступы надевать. Да нет, нормально без ледоступа. Главное, ступенечки такие делать небольшие. Ну а там уже пошли горы Румынии. Последний рывок на вершину. Вот так положили вещи, оставили вещи, будут тут лежать, а сами пойдем. Это будет гораздо быстрее и эффективнее. Вы согласны, девушка? Да. Да? Да, мои плащи так. Let's go. Еще чуть-чуть. Это все было в снегу. Даже на тросах, тросы привязаны. Ты представляешь, что здесь творится зимой? Наконец-то добрались до нашей первой вершины.
каких-то 5-10 минут запомнится на всю жизнь, да? Да. Уже 6 часов. Надо искать где-то ночлег. Ходил искать. Где-то там. Іти на цей? На ту іншу гору? Ми не успіємо. Ну. Що ну? На Барбенеску ми не успіємо. Ні, на поняв? Барбаріску твою. Там, там де поняв, та доска, що я казав, що по ній стріляли. Ну і що? Ну, давай там. Ну, ми по-любому будемо спускатися, зараз смотреть, де ставить палатку. І ставити її треба на той стороні, де нет вітру. На низ будемо туди спускатися? Я не знаю, посмотримо по місцевості. Согласен. Що скажеш, Оль? Скажу, що я відігріваюся, мені так добре. Я взагалі не слухаю, що ви там ворковчите. Ти сильно замерзла? Руки так замерзли, ноги. Эти штормовые растяжки здесь к кустам привязали, а там положили камни везде со всех сторон, потому что палатка складывается вообще на раз-два на метр, так что без растяжек никуда. Короче, поставили палатку, сделали растяжки штормовые со всех сторон, потому что я думал без них вообще делать. В итоге палатку начал вообще разваливать со стороны в сторону. И решили их поставить вокруг по палатке, на околышке поставили камни. Ну, короче, более-менее устойчиво стало. Сейчас обмылись немного, поставили воду. Приготовим что-то, наверное, кашу пшеничную, сардины в томате. Короче, подумаем. Но главное то, что сегодня мы достигли цели. Покорили первую вершину, гору Пипиван. Ох и дубарь там жесткий. Мало того, что ветер, да и снег, тут лавины везде, несколько знаков лавин везде, по всем склонам. Так что здесь зимой, а зимние фотографии так вообще стрёмные. Снега вообще. Там, наверное, всю эту обсерваторию не видно. Но главное, что тумана нету. Вид, конечно, ты что, завораживает просто. Красота. Сегодня у нас пшеничная каша с сардинами в томате. Все, пусть запаривается. Угу. Короче, можно сказать, что на первый день, на первый, все прошло довольно-таки удачно. Сейчас будем кушать. Ветер здесь уже нормально так пронизывает. Уже одели термобелье, курточку. На обсерватории, кстати, там топится печка. Наверное, спасатели сидят. Или кто там. Не знаю. Короче, будем садиться кушать. А там посмотрим. И надеемся сегодня увидеть красивый закат.
куриная кашка. И сардина смачна, да? Вполне. Вполне. Тебе что, не нравится? Я не ем рыбу. Рыбу я не ем. Ну, потом не ешь, тебя убьют. Это я вам кажу точно. Вишеньку, бошеньку яку там. Барбариску? Барбариску, да. Пускай будет лучше барбариска. Барбенеску. На барбенеску. На барбариску йдем. Після барбариски спускаємося. І йдем вже ж до Говарова. Ну, завтра следующая вершина это Барбенеску. И все. Там озеро. Планировано заночевать там. Но я думаю, что там очень много снега. Не, надо внизу. Идти дальше, чтобы... Надо подняться с озера. Для Говарова легче было. Нам главное дойти до Носомовитого. Там уже наши места, мы сжигаем. Короче, посмотрим, куда пойдем. Палатку снесет из растяжек. Думаешь? Путешествие в горы – это лучший способ воссоединиться с природой. А лучший вид открывается после самого сложного подъема. Ночь оказалась очень прохладной. Терпимо, но прохладно. Ветер задувал сильно. Не считая того, что у нас где-то часов 9 вечера, 10, сломалась спица на палатке прутик. Пришлось ее латать лейкопластырем, веревками, короче, блин. Короче, без приключений сегодня не обошлось. Но вот тебе и минусы. Ставить палатку на горе такого формата. Бля, как прохладно, блин. Быстрее бы солнце взошло. Надо что ли, я не знаю, кофе поставить, чай, блин. И уже согреваться, двигаться. У нас уже 6 утра. Как обычно. Во, блин. Еще раз са везде выпала палатка мокрая. Надо солнце, чтобы зашло быстрее, прогрело, просушило. Короче, надо двигаться. Нет. Не замерзла? Да. Отлично. Утренняя пробежка за водой, да? Для согрева. Аж ледик такой. Угу. Снег хрустит, замерз, блин. Thank you.
Ветер, не переставая, был уже второй день на горе. Мы продолжали двигаться вдоль Черногорского хребта. Уже идем час пути. Ветер, как и был, на одной стороне есть, на другой нету. Движемся в сторону Бребенескула. Сейчас переоденемся, что уже жарковато стало. И будем идти дальше. Капец, это где-то аж вот там были, да? Двигаясь в сторону Бребенескула, мы нашли колючую проволоку. По слухам, это были остатки войны. Щось таке. Там не чітко видно. Менчул. Яка висота? 1998. Отлично. 2 метрів не хватало. А вони гаверла. Ось це Бребенескул. А дальше гаверла. Гаверлу видели. Подбираемся к горе Бребенескул. Это сегодняшняя наша цель, вершина. Ее покоряем. Ищем где-то ручей, или может сейчас возле подножья сядем. Только ручьев вообще нету, воды осталось вообще пол-литра где-то и все. Надо приготовить хотя бы обед, что-нибудь перекусить. Наверное, лучше перед вершиной перекусить, я думаю. Сейчас посмотрим. Вообще у меня в планах дойти до озера на Самовыто. Через Гутин там Натик. Через ребра. Ну, посмотрим, говорю, по обстоятельствам. На вершинах, кстати, ветерок такой добрящий, морозный. Руки мерзнут, пальцы. Так что сейчас уже находимся возле горы. Уже, я же говорю, добраться до Несамовитого, там уже наши места, там уже раньше ходили. А тут вообще, блин, ни одного. Вообще ни одного человека. Добро пожаловать на Бребенескул.
карта, хребет. Двухтисячники, український Карпат. Гаверла, Бревенес, Колпепіван, Петрас, Гутін, Тамнатік і Ребра. Бревенес – одна з найбільших вершин хребта Чорногора. Українські Карпати, висота гори над уровнем моря 2035 метрів. Розположена посередині хребта. По сусідству з двома двотисячниками. Гутін, Тамнатік і Ребра. Вот откуда мы сегодня начали, это Пипиван. И дошли, шли, дошли до Пребенескула. Тут рядом Ребра и Гутин-Тамнатік. Вот здесь озерцо. Сегодня нам надо дойти до озера вот отсюда, Пребенескула. До озера Несамовитого. Думаю, здесь будет ночлег. А завтра уже будет подъем на следующую вершину Гаверла. Но сегодняшняя вершина достигнута. Ну, я вам хочу сказать, сегодня уже третий день нашего похода. Так сказать, экспедиция, поход. Изучаем, любуемся новыми местами, отдыхаем. Третий день нашего похода, уже более-менее уже тело привыкло, я хочу сказать. К рюкзакам 25 килограмм, то уже и так понятно. Уже и ноги открепли, потому что готовились к этому. Так, вон уже вершина Гутин-Тамнатік. Озеро Бребенескул. Думали там заночевать еще давно, когда планировали поход. Но мне кажется, там на Несамовитому озере будет гораздо лучше. А здесь я не знаю, стоит ли к нему спускаться. Но зато я же говорю, теперь прямая он дорога идет. Вверх как раз. Сейчас спускаемся по-быстрому. Он тоже Гаверла. А где-то там и Петрас. Вообще козырьки аж. Это Гутин-Тамнатік. Гаверла 8,5, 4 часа и крайняя точка Петрас. 1920. Пошли? Нет. Чего? Не хочу. Ребра 650 метров, 10 минут шпыци, 3 километра. Вон, двухтысячник, Ребра. Следующий. Вот он. We'll be right back.
что ты делаешь? И как нормально? Это когда кончилась вода, да? А можешь меня немножко копнуть в перчатках? Угу, спасибо. Жажду удалить. Он такой кристальный, знаешь? Фух. Ничего, еще чуть-чуть. И будет вода. Здесь снежок заходит, да? Я понял. Щелкающий бес. Я не вижу. Каремат у одного только с гармошком. Наше великое путешествие продолжается. Сейчас у нас идут поиски озера Несамовиты со стороны нашего движения, со стороны горы Бребенаскул. Сейчас должны найти, где-то оно рядом. Физически устаешь, не спорю, но морально, мораль просто, не знаю, где-то выше всего. Некоторые вообще просто вырываются в природу, чтобы отвлечься от суеты, от проблем в их жизни. Просто побыть наедине с собой, разобраться, что им дальше делать, как жить и прочее. А есть те, которые просто идут отдохнуть, просто прогуляться. А некоторые просто отвлечься. А вот и наше озеро Несамовита. Полузамерзшее озеро. В прошлый раз мы оттуда спускались с горы. А вон там уже Аверла. Но я думаю, ночевка наша, ночлег будет сегодня здесь. Только не знаем, где спуститься. Здесь снега везде. Наверное, придется вот так в обход идти. Ну и там где-то остановимся. Там просто очень много мест для стоянки. И будем надеяться, ветра уже не будет и палатку не поломает. Так что будем спускаться. Нам придется идти в обход. Ага. Вот туда. Потому что тут везде снег. Но если, конечно, никто не хочет проехаться. На мешках? На мешках. Хорошо, там подвиться ручейки. Да. Это наш ночлег. Озеро Несамовита, 1750.
Так, поставили палатку, идеально поставили. На озере, на самовытом, среди крокусов. Вон они тут везде растут. Из палатки просто открываешь дверь, и тут везде вся поляна в крокусах. А туда уже дорога пошла на Гаверло. Короче, у ручья сходили, набрали воды, гермомешок, как обычно. Сегодня у нас будет генеральная уборка. Генерально будем мыться. Сейчас поставили водичку, сейчас кипятится вот это полное. Выльем сюда и начнем наши масштабные умывания. Уже разложились. Все как надо. Умоемся и будем кушать. Распалили, наверное, костерчик. Дрова немного там насобираем. И будем отдыхать. Потому что мы сегодня немножко приустали. Ну, сегодня, кстати, очень много прошли. Очень. Тут будем, хоть и дымком будем пахнуть, зато хоть помыли за 2 дня. Чего? Там буду холодно. Вчера было холоднее. Вчера на улицу было стрёмно в туалет вообще выйти. Не знаешь, с какой стороны ветер. Шашлыка нету, да? Было вообще классно на озере пищу. Так, помылись немного, что-то начало вечереть уже, разожгли костер, согрелись. Сегодня хоть голову помыли за 2 дня. Более-менее нормально. В теплой воде. Сейчас будем садиться ужинать. Сегодня у нас спонсор нашего похода курочка. Мясо курей в собственном соку. И будет мясо индычки с красной фасолью. Спонсоры, я жду, найдите меня. Так, водичку и каша гречневая будет наконец-таки. Охладает. Как раз озеро на самой. Ты что? А? Хорошо. Сожгли сегодня хоть весь мусор, тут походу понасобиралось. Сегодня уже мы 3-й день в пути. Но организм, я скажу, привыкает уже. Самый тяжелый это 1-й день был. Вообще. Так что сейчас вскипятим воду, поставим нашу гречку запариваться и будем кушать. Хотя здесь уже на самовытом много туристов. Уже сколько? У нас, кстати, по соседству стоит 2 палатки, там метров 100-200. И уже ребята ночуют. Ну, под вечер начало холодать немного, как обычно. Ну и как раз это озеро во впадине и вокруг горы. И ветер все равно задувает. Снег вокруг еще лежит. Вода все равно течет талая, ледяная, блин. Сегодня пока нагрели эти 2 кастрюльки, хоть помылись в теплой воде, более-менее. Короче, как-то так. Так, на, спалите. Ладно.
пахло. Курочка. И такое у нас сегодня меню. Фасоль с индюком и курица в собственном соку. Понятно? И курица. И курица. Я думаю, нормально. Спокойной ночи. Спокойной. Спокойной. Сегодня третий день нашего пути и, так сказать, середина нашего маршрута. И понимаешь каждый раз, что есть что-то в горах, что каждый раз притягивает тебя сюда обратно. Потому что здесь находишь определенный покой, уединение с природой и какие-то новые всегда приключения. Итого у нас 7:30 утра, мы отправились на Аверлу. Сегодняшняя наша цель — 2000. Высота 1933 метра, Питтуркулум. Аверла 6 километров, 3 часа ходьбы. Поднялись с Несамовитого. Он открывается уже. Вид на Аверлу. Вон она. Ну, еще 3 холмика, и мы на Аверле. Thank you.
Ты чего отстаешь? Я на свой джинс веду. Так, мы приближаемся к Гаверли. Прошли все четыре холма. Это четвертый. Пятый — это Гаверла. Вот она. В этих горах на твоей совести. Выкиды в горах на твоей совести. Звук ручьев. Вон Гаверла вся в ручьях течет. Ручьи большие вообще. Все снега тает. Вон вершина Гаверлы. Крест виднеется. Так что нет воды? Я воду сюда и клал, а другую бутылку я не знаю. Итак, мы начали свой подъем на сегодняшнюю нашу цель, на Гаверлу. Краевиды были бы получше, я думаю, без рюкзака. Тем более самый крутой подъем. Третий раз на вершину поднимаемся. И первый раз с этим подъемом. Самым крутым. Тупо вверх и все, как лестница. Добро пожаловать на Гаверлу. Люди уже тут. Если вот это зеркало на полный рост, то можно тут смело говорить, что здесь в данный момент сейчас 1,5 метра снега. А сейчас уже конец весны и очень жарко на улице. Это наша Гаверла, третья. Четвертый день, наша цель достигнута. Ты сказала, пятеру дашь на вершине. Да. Шли мы вообще, черт знает откуда. Он оттуда что ли или дальше, уже даже не видно силуэтов никаких на горах. Да, путь конечно немалый, блин. Thank you.
Петрос. Вон наша следующая цель. Час пути. Гаверла. Дошли до притулка, до убежища. Он уже весь развален от снега. Видела фотки, как он вообще не было видно зимой. Что тут уже случилось за год? Спасибо. Человек половину. Можно еще? Угу, спасибочки. Да ну нахуй. Тебе за мной удобно идти? Я понял сразу же. Сколько тут снега всегда, а? Рядом глубина. И ушел в подполье, бля. Куда мне там остановиться? Мы не там жопа, мы не там край. Ну и куда дальше? Неужели, блядь, добрались? Добрались мы до нашей точки. Перемычка под Гаверлой. Сейчас у нас 2 часа дня. За полдня, наверное, устали, как не знаю, блин. Уже то, что тогда говорил, еще эти дороги все в снегу перед Петросом. Сегодня у нас 4-й день пути. 4-й день пути. Еще 2. Сегодняшней нашей вершиной, целью была Гаверла. По самому крутому подъему. Третий раз в своей жизни поднимаемся на Гаверлу. Ну, кроме ребенка. Это самый крутой подъем был. Добрались до перемычки. Где-то на Гаверлу часа 1,5-2 ходьбы. Сегодня вообще проснулись рано, в 7 утра. Чтобы сюда добраться первыми. Потому что здесь как раз в этом домике были в прошлом году. Так что все пока идет удачно. Только уставший немного. Сейчас разложимся немного. Поедим. Да мы и так бежали сюда, чтобы первыми здесь оказаться. Потому что сюда под вечер, ну я так думаю, много туристов попадает. Это такое убежище для туристов на территории 3 домика. Один двухэтажный. Тогда, по-моему, видео есть в прошлом году. Были здесь. А мы в самом маленьком, типа, в самом теплом. И с верандой. К
Короче, тут лимончик. Лимончик Паши на вечер, между прочим. Кто-то оставил. Кофе. Кофе. Чай. Сахар. Вот по буханке хлеба. Было две, но ребятам отдали. У нас, кстати, по соседству тут будут двое ребят. Были с ними на самовытом. Они, наверное, вчера добрались. А мы сегодня как раз 2 часа дня. Вышли сегодня в 7 утра, чтобы добраться. Я же говорю, были бы к вечеру, тут бы, наверное, было занято. Ну, тут расстраиваемся потихоньку. Вешалки, палки, сумки, спальники разложили. Сейчас постираемся, обмоемся и будем накрывать поляну. Потому что Паша этого дня ждал очень-очень долго. Не так уж много. Главное, что до сегодня дотянула грудинка. Не думаю. Дотянула грудинка. Сахар, соль, чай. Консерва. Свинина. Сегодня свинина будет консервом. Первый раз я ее вообще просто берег, как яйцо ока. Хлеб. Кукурузка. Так, супы оставим на потом. Что у нас тут еще есть вообще? Две скумбрии. Каша. Булгур у нас на сегодня будет. Будем варить. Супов оставалось. Сгущенка. Сгущенка. Также берегли до сегодняшнего дня. Ну и все тут такое. Оставалось. Куча каш, куча супов. Дальше. Да тут еды столько, ты что, еще 5 дней можно ходить. Тебе оставить лимонный чай? Угу. Главный аксессуар, который перенес с нами все вершины и дошел на 4-й день сюда. Угу. Так, булгур сварился уже, да? Кашу на целой кастрюле. Ля, ты шо? Сегодня наедимся вообще, блин. До отвала. Так, и наша свинина.
пища богов просто. Сейчас ще сонечко вийде, взагалі буде. Ну, скільки годин? 5. Та сюди, куди? Та пусти. В прошлом году было вот так. По столбы стояли столы. А тут оставили один стол вообще. Там темно. Мег. Все, все. Спасибо. А ну отойди. Буржуйка. Буржуйка стоит. Нормально. Продукты всем. Такой домик. Три тонны. Не все связаны. Шарики маленькие. Сегодня пятый день нашего похода, нашей экспедиции. Сегодняшняя наша цель – гора Петрос. Сейчас вышли уже из домиков, набираем воду и отправляемся на вершину. Вчера был вечером дождь, сегодня тоже что-то тучи на небе. Ну, дождевики наготове, как говорится, потому что на горе там что-то серьезное намечается. Гаверла. Оля и Петрос. И Петрос наш. Уже и Петрос показался близко. Дошли до привала. Петрос весь уже в тумане. Это за час дошли оттуда. Да, наверху там вообще видимость, я смотрю. Ну, нам и так повезло, можно говорить. Все горы видели. Да, полонина Гловчеська. 1540 метров. До Петроса 2 километра. 1:15.
до кваса 19. Ну что, привал, перекус? Да. Его в термос кинь, да и все. Вес? Сейчас мы обрежем на маленькие кусочки и кинем в термос. А можно маленький чуть подождите? Можно. Нет, нельзя. Последний пол огурца осталось. Супчик. Как кисель. Разольется, не трогай. Топчик. Горобчик. Бомба. Ну, погнали. Давай. Так, погода поменялась. Начинаем наш подъем на Петрос. Петрос нас встречает погодой. Да. Четыре подвершены Петрос. Водой просто так родниковой. Не напьешься. Пойдя подождем с полонины Головчевской. Мы немножечко не туда свернули. Никогда такого я больше не повторю. Короче, сейчас мы наравне с облаками и с туманом. Входим в туман. Ну а так все нормально. Движемся тем же курсом и достигаем последней цели в этот пятый день. И все. И последняя вершина зачтена. Вон уже Петрос.
Это был наш последний 2000-й. Мы покорили все горы, все цели, которые планировали. Горы – это не только отдых, но и проверка человеческих качеств. Они проверяют смелость и выносливость, учат достигать своих целей. Стоя у подножия горы и глядя на ее вершину, человеку кажется, что подняться туда нереально. Однако интерес и настойчивость помогают ему подняться. Шаг за шагом человек преодолевает препятствия и покоряет высоту. Подъем на гору, как ничто другое, вдохновляет на новые подвиги, дает уверенности и заряжает уверенностью в себе. Горы – это те места, где теряешь и находишь себя одновременно. А на этом наше удивительное путешествие заканчивается. Не люди создают путешествия, а путешествия людей.